Здравствуйте, с вами Android и Androidage. Сегодня я хотел поговорить о прикольной аркаде, которая называется Racing Bulls. В этой игре вы будете пытаться всем способом сделать так, чтобы вас не скинул бык, да, который будет прыгаться, дергаться. Но вначале у нас, кстати, тренировочная есть кукла, да, которая имитирует этого быка, и нам надо потренироваться. Заодно я вам объясню, как управлять и что тут нажимать. Вот наш бык, типа. У нас сейчас будет скидывать, да. У нас есть выносливость, она сверху показана, видите, стамина. И надо в определенном промежутке времени, когда он начинает вибрировать, да, он перед тем, как будет нас скидывать, он начинает вибрировать. Надо нажимать вот на эту кнопку с правой стороны. И мы, так сказать, цепляемся за этого быка. Ай-яй-яй, у меня не получается ничего сделать. И у нас он должен вцепиться, так сказать, в этого быка. Достаточно прикольно сделана игра, мне она очень понравилась тем, что вот красиво все нарисовано, вот, и все очень прикольно реализовано. Мне, думаю, эта игра очень популярна будет. Задний фон тоже есть, люди, которые болеют за меня, чтобы я победил. Но также тут есть и, так сказать, настоящие быки. Сейчас вы увидите, вот это была просто как бы кукла, да, в которой мы можем, а вот тут здоровый бычок, это уже посложнее будет, с ним гораздо сложнее, потому что он здоровый, ведь какой. Тут уже не, так сказать, вот он пытается меня скинуть, но я пока держусь. Отлично, вот видите, перед тем, как он у нас пытается скинуть, у нас маленько пригинается. И мы как бы заранее об этом знаем, легко и просто, можем сказать, выдерживать вот эту вот здоровую тушу, которая нас пытается скинуть. Вот такая крутая, интересная аркада. Всем советую в нее сыграть. С вами был Android Androidage. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.